Зачем нам ждать? Зачем нам ждать, чтобы умирая стать никем? Никем не можем стать, не умирая, не от того, что занимаемся ничем и ничего про то не понимаем. А просто на каком-то рубеже, неважно на каком, когда случится, на самом том пути, что по душе, придется наконец остановиться. Остановиться, чтобы вновь продолжить путь, не в предсказуемых мирах и измерениях, от жизни взять лишь только жизнь и суть, накопленную в долгих поколениях. На ощупь в темноте, за шагом шаг считая лишь потери, и по своей душевной простоте не осознали смысла обретений. Нам с рождения было все дано, хоть и укрыто под вуаль забвения, и в свет души раскрытое окно исправить ложное любое положение позволит даже и в последний миг отчаяние, когда ничто не свято. Когда все рухнет, что ты здесь воздвиг, исчезнут и мечты твои, и взгляды. Ты снова станешь тем, кем и пришел, никем, и станешь вновь свободен, ни горд, ни завистен, ни смешон, ни узник стен, ни раб каменноломен. Зачем нам умирать, чтоб стать никем, когда не умирая, мы все одно здесь занимаемся ничем. Ничего про то не понимаем, а просто на каком-то рубеже. А лучше раньше, чем когда случится, на самом том пути, что по душе, придется наконец освободиться и сбросить путы из невежества и лжи, сойти с кругов всех мысленных вращений, развеять образы, чудесы и миражи, паучьи сети всех порабощений. Yeah.